Казалось бы, молодой мужчина, но коронавирус не выбирает, косит всех. Многие даже не могут вспомнить, при каких обстоятельствах произошло заражение. А 42-летний Андрей Урсатий точно знает, что заболел от своих детей. Как только у меня поднялась температура, я сразу вызвал местного врача, и мне прописали лечение, все. И я стал лечиться по расписанному лечению, которое мне расписали. И сколько? Дней 6 я лечился, но температура 39 держалась просто и ничего не помогало. Мужчину доставили в Одинцово на так называемые легкие койки. Состояние здоровья не улучшалось, и его перевели в Видновскую районную клиническую больницу, где диагностировали коронавирус с тяжелым осложнением после самолечения. Насыщение крови кислородом меньше 70%, в то время, когда у здорового человека должно быть не менее 96%. Поражение легких 78%, лежал в реанимации. Он был не на инвазивном методе дыхания, да, то есть непосредственно на СИПАПе. У него состояние было незначительное улучшение. 6 января он был переведен во второе инфекционное отделение. Также было здесь, отмечалось небольшое повышение температуры тела, максимум 37,5 до 38, одышка, кашель и так далее. Сатурация при поступлении во второе инфекционное отделение было 80, это без кислорода. При подключении кислорода 5 литров в минуту непосредственно 92%. Лечение осложнялось рядом факторов. Избыточный вес, повышенный уровень глюкозы в крови, серьезное поражение печени на фоне неконтролируемого приема лекарств. Но благодаря видновским врачам Андрею Урсатию удалось справиться с недугом. Большую поддержку ему оказала семья и вера в Бога. Врачи, и медсестры, и медперсонал, они как с маленькими детьми нянчатся. Отношения очень хорошие. Да, очень тяжело иногда, потому что и сил нет, по вечерам температура поднимается. Но просто когда понимаешь, что тебя ждет впереди, что у тебя дома дети ждут, жена ждет, поэтому я стараюсь как можно больше придерживаться того, что говорят. Сейчас пациент тренируется дышать без кислородной маски, пытается ходить по отделению. Занимается дыхательной гимнастикой, получает лечение. Мы как бы лечим сопутствующие еще заболевания. О выписке говорить рано, но Андрей Урсатий выполняет все рекомендации медиков, чтобы быстрее оказаться дома, а там, как известно, и стены лечат. Юлия Погосян, Елена Кошлева, Видное ТВ.